В огромных ямах теперь застревают полицейские УАЗики и машины скорой помощи. Кировчане призывают ввести во дворах режим ЧС. С каждым днем ямы у домов становятся только больше. Жители города уже не знают, куда жаловаться на непроезжие и непроходимые дворы. Предпринимать хоть какие-то действия по приборке управляющие компании не торопятся. Кажется, что сегодня ситуация стала близка к критической. Пятничное утро не задалось сразу у нескольких нарядов полиции. На двух высоких УАЗиках сотрудники ППС заехали во двор на улице Юровской и застряли. Одна машина провалилась в лужу так глубоко, что под воду полностью ушли колеса. Другая села в большую яму правой стороной и тоже не могла выбраться. На место вызвали трактор, который помогал вытаскивать УАЗики из луж. Похожая ситуация сегодня произошла и во дворе 17-го дома по улице Некрасова. Машина скорой помощи приехала на вызов и тоже застряла у дома. Ее пришлось доставать по помощью лебедок. Не позавидуешь сегодня и автомобилистам на легковых машинах, которые каждый день пытаются выбраться из ям. Вижу, он колбасится весь бампер. Вижу. Дулами тут уже валялся ломанный бампер. А как выезжать? Его надо назад толкать, а не вперед. А сзади-то тоже яма, да? Попадая на дорогостоящие ремонты машин, кировчане призывают ввести во дворах режим ЧС. Управляющие компании не реагируют на жалобы. Чиновники администрации призывают жителей города жаловаться на бездействие организации в прокуратуру и госжилинспекцию.